Хорошо, я тебе позвоню, как закончу. Удачи. Взаимно. Все по фэншую уже. Найдите, Боря. А? Найдите. Ну что, это я шутки обозрю. Ну это можно выключить на момент получить. Пожестче. Да. Ты хочешь кого-то забрать? Да, второй раз. Я первый раз со всеми уже. Со мной тоже второй круг. Yep. Виталик, если что, второй круг уже можно начинать. Да, с почином. Спасибо. Я совсем ничего собрал. Да, фокус. Держи. У меня только Евгений остался. Карта закончилась. Сейчас бои начнутся. Полтора часа. Перерыв. Где-то да. Пяти давно заканчивал. Карта. Забей. Иди, играй. Сосредоточься. Здесь 7 шаров. Лёш, один. Посмотри, а. Надо размочить. Я не хочу в сухую проигрывать. Не хочу, надо размочить. Жду тебя под факт. У тебя не та мотивация, почему проигрывать? Выиграть надо. Ну, выиграть.
играть сухую я уже не смогу. Ну вот тебе, пожалуйста. Стопудовый шар. А если не забью, как ты будешь? Не забьешь, ты не забьешь. Так, ты сказал стопудовый, надо отвечать за свои слова. Ну я бы забил. Боря, хватит ему засбомбить. Лечу, Женя. Это вот Лешу мести, понимаешь? Да, Леша, сделай его 11-0. Леша, даже не формулиться хотел. 11-0, будь добр. Ну что, если заказы не понимаю, Леша? Заказы не говори, Саша. Так, я посмотрю. Вот кто ж так ставит? Сегодня у тебя под левую руку. Вот тебе на середину. Погоди, подарок. Вот не говори, подарок. Не говори, коп, пока не давай. Давай, испортишь. Еще и 7-й номер. Счастливый. Наконец-то. С бочином. Спасибо. Теперь надо выстрелить. Вот сейчас можно. Я хочу. Ну вот видишь, есть выход. Эх, накачу. Ну все. Погоди, погоди, еще есть. Нифига себе, да. Вначале я один противоречу, всего ему мало. Ну жадность, Антон, это же вначале... обычно человек. Это хорится, смотрите. Конкурс троллей. Смотрите, первые места бы заняли. Борис, шайтан Борис, красавчик. Ну, да. Затягивание же тут приятное было. Лёш, смотри, уже два забил, два близких. Женя прям... Вот тебе еще подарок. Ты ему денег заплати еще. Где твой шар? Боря, два забил, два близких. Это алкоголик. Хорошо, что я не видел. Женя, колдун, посмотри на колдовал, а? Давят психологически, не дают улыбаться. Нет, еще можно. Это же море, ты что? Ты бы мне сейчас встанет, прибедняться. Вот, смотрите, вот здесь вот своя Катя. Жень, ты громче, что-то плохо слышно тебя. Порассказывай там свои дела. Делай, сейчас прибедняться будешь, что бить нечего. Ой. Сейчас еще скажет, нет поставки, нет удара. Ты этот, как его? Дэвид Коппер, мысли читаешь? Толстый. Да, лечу. Всем широк. Спасибо. Конечно, с такой поддержкой. Хотя за что тебе-то спасибо? С такой поддержкой мощной. За тебя вот один мужчина. С краю. Это против тебя. Да, да. Со всеми тремя. Евгений, Сыпов. Блин, вот если бы того забили, я бы сразу дал. А Дмитрий, сколько играет? Тоже две, да? С Дмитрием три. Три, ну. Так, ну что тогда? Я не знаю, Боря, на третью начинать? Да, начинайте, что, конечно. Ну что ты сказал? Я бы тебе поддержку искал. Ну или подожди, я вот сейчас проиграю. А ты с тобой тоже проиграешь? Да. Вот похлопать, поболеть, да? Ну вот тебе идет на середину. Смотри, какой шар. Да, Боря. Я могу... Не факт, что упадет. Давай, Борис. Уверен. Спасибо. Что ты не упадешь. Спасибо, Евгений. Такой добрый. Да.
Да прости. Ну, о, вернулся. Смотри, с выхода. Да почему там прямой шерсть? Ну, все, пошли дела. Что-то хорошее будет здесь. Знаешь, где-то? Боря, да. Смотри. На Сирию прошел. Ну что, надо тебя догонять? Боря, за тебя тут болеют такие. Да. Они за меня болеют, и тебя вытягивают. Смотри, как болеют, а? Хорошо. Кашляют, чихают даже. Не дал никаких шансов. Благодарю. Спасибо.